Здорово всем. Я подготовим такого бэмсика X1. Две дверки и молдинг будет. Молдинг новый. Дверки рихтованные. В общем, что, начинаем. Тут эта дверь, или она слизана. В общем, внешней грени ничего нету. То есть поцарапана, может, она была и сполирована. То есть и крыло, и дверь. Не суть. Будем готовить. По самой краске не видно, что вроде бы крашено. А хотя нет, видно. Видно, лаковано. Там ремонт, видимо, был по передней части. Что, шкурим, шпаклюем. Сейчас подобьем все шишечки, чтобы нам потом лишний раз не шпаклеваться. Сразу внимательно все посматриваем. Так вот. Размешивайте сразу много шпаклевки, потому что жара, понемножку какими-то частями будем намазывать. То есть берем верхнюю часть вот эту и шпаклевываем. А так будем спешить. Там уже будет кусочек. Часть.
другой части. Здесь скотч снимаем. Все высохло. Начинаем. 120-кой. Thank you.
продолжаем той же 180-ой, только на маленьком брусочке. Давай такое на круглое место еще поработаем. Вот такой колодочке. Немножечко просто. Thank you.
тоненько, много наваливать не надо. Старается слезать очень-очень плавно. Начнем. 180.
Так, на 5.
разрядилась, друзья, камера. То есть я уже здесь затер, так как, чтобы не терять мне время, камеру на зарядку поставил, затер здесь. Тут особая форма такая простая. А здесь решил доснять еще. Прижимаем опять дверьку здесь, подсаживаем ее и немножко сглаживаем. Thank you.
Эксет уже 240-ку. Пробегаем по металлу. Мягкую подложечку и 320. Ну вот, отклеился, пройдем кисточкой по металличку. Отлично. И иду мешаю грунтик. До конца не нажимаю на первый слой. Слегонца, слегонца. Все, делаем пару минут выдержку. Так, еще давай слой. Тоже гнетов. Наливаем.
встречаемся на покрасочке.